То есть им далеко до тех древних, идеально гладких каменных молотков. Хотя это уже относительно недавнее столетие, 17-18. Еще ржавчина как-то это действует. Ржавчина это действует, но это металл, то есть ему проще быть идеально гладким. Там оно отливается. Ну, так, может, он и был идеально гладким. Сомневаюсь. Камень-то не отливался, он же полировался, наверное. Ну да. А это что за... А, бруски, наверное, да, точильные, точно. А ты не комментировал, что Белобог и Чернобог? Да, это изображение битвы Белобога и Чернобога. Там всадник, возможно, как вариант Световита на коне, несущего стяги, которому также прислуживают Белобог и Чернобог, хвост одного из которых стилизирован под руну Кси. Трезуб из растительного орнамента, Янтра Перуна с четырьмя калавратами. А вот эти точечки, видишь, как перуницы, ну, шесть цветочки. Звезда Перуна. Не линиями, а... Ну, я знаю, она называется шариками. Звезда Перуна.